Ребята, это White News. Правдивая интересная. Пошли. Давай. Куда с камерой? Ребята, это White News. Проходи быстрее. We're in Donetsk. It's the biggest of the cities in eastern Ukraine, which is pretty pro-Russian. And what's happened yesterday is that three regional administrations in three of the biggest cities in the Donetsk region have been taken over by supporters of Russia. Создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. They've declared this to be the People's Republic of Donetsk. So the people here consider this to now be an independent country. Я хочу вам сказать, что здесь, видите, сколько здесь народа. Пришли уже все, потому что терпением пришел конец. Мы украинцы, я украинка. Вот Лиля тоже украинка. Но я хочу быть в России. Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки жили в России. Мы натерпелись здесь. А как вы думаете, будут украинские власти пытаться вас отсюда выгнать? Конечно, конечно. Я надеюсь, что мы все-таки, и Владимир Владимирович, и Янукович наш, что они все-таки товарищи, вернутся к нам, молодые, заберут нас. Возле флагштока, мы будем Да, это люди свозят со всего города, приезжают с семьи, с детьми, которые не могут здесь остаться, но они привозят то, что могут. Видели, там коробка с деньгами, кто-то деньги ложит, кто-то привозит кусок сала, колбасу, ну, все, что у кого есть. Понятно. На что люди богаты, то и привозят. Пойдемте посмотрим. Давайте. Ребята, это White News. Правдивая интересная. Пошли. Давай. Куда с камерой? Ребята, это White News. Проходи быстрее. На втором этаже? Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Да что ты его иди, блядь. 30 человек. Здесь происходит то, что люди просто собрались для того, чтобы отстоять свои права, отстоять свои позиции, отстоять для того, чтобы не гибли шахты, не гибли Донбасс. Это всегда был промышленный, в первую очередь, район. Вот. Я работаю на заводе, людей отправляют бесплатные, людям не платят зарплаты, не платят премии. Вот. Зарплаты там лишили премии, объяснили это тем, что... Это сделано, потому что у нас нету продукта, на самом деле эти деньги отправили в украинскую армию. А народ хочет в Россию? А вы не видели? А вы сами не замечаете эти флаги, не замечаете, что вообще происходит здесь, для чего все это вообще собралось? Да. Но поменять страну — это не то же самое, что поменять флаг. Это очень много нужно дел сделать. А, так надо с чего-то начинать. Ну не страшно, что они приведут сюда армию и будут гонять? Да почему? Страшно, конечно. Как можно быть не страшно? Страшно, конечно. В любом случае страшно. Вчера боялись, ждали, сегодня боимся, ждем. Ну а что делать? Будем бояться и ждать. Как долго будет продолжаться независимая республика до того, как она станет частью России? До референдума. Чтобы было мнение народа, не чьё-то там, не киевской власти, не губернаторов, не Донецка, не кого-то там, а именно мнение народа. Еще раз заступил на
Just been inside the regional administration building. It's completely taken over. It's full of people wearing masks with sticks, bats. They're wearing protective gear that they've made themselves. They've got a whole load of Molotov cocktails, and it looks like they're preparing for the Ukrainian authorities, if they decide to come and take the building back. They want to stay in the building until a referendum on independence, and they've already said that that needs to happen before May 11th, and they definitely want to be a part of Russia. No surprise there.